Барнюшеньки ЗИЦ такой для машины пришел. Извиняюсь за шум, у нас там папа убирается на лоджии. И на кухне у нас тут посудомойка. Смотрите, вот такой вот ЗИЦ. Классно, надо распаковать, посмотреть на шину, чтобы он сидел на сиденье. Класс. Такой вот класс. Я прошу за шум, да, у нас тут стирается все. Смотрите, какой классный. Здесь карман вот такой, здесь что-нибудь можно ложить, да. Классный, собирается вот так, на липучках по бокам. Потом тут еще такие, смотрите, вот так. А потом по бокам еще вот, вот эти штучки. Я думаю, отлично. Ну, хорошо, надо только сделать. И внутри классный. И он большой, не маленький, как раз ему, да, Барнюшка? Классный, да, нравится. Вот на сиденье в машину и здесь защелкнем так, закроем, то есть, чтобы это, ну, классный, вообще супер. Качество обалденно хорошее. Ну, еще идет вот такая вот штука, ремень, да, куда-то там. А, ну это к машине. Такое вот качество отличное просто. Ну, в общем, хороший. Еще и подарочек получили мы. Уже показала, да, вот эту чашечку. Хороший, хороший, качество отличное. Хорошо, что выписала, и не такая цена уж дорогая, пойдет. Пойдет. Я не знаю, производитель, кто, да? Надо посмотреть внимательно. Ну, хорошая. Вот кто хочет, это на Амазоне я выписала. И для него, я думаю, хорошо. Сейчас вот я его посажу. А, фраер. Ему понравилось. Кстати, места там ему много. Посмотрите, сколько. И можно вот эту штучку отсоединить и просто открыть, чтобы здесь открыто было. И так тоже неплохо и по-другому. А это цепляться будет к сиденью в машине. Вот так. Слушайте, ну отличное качество вообще. Я довольна, довольна. Знаете... Ну, за такую цену вообще отлично. Да, Барнюшка, тебе тоже нравится, да? Ну, все, облюбовали. Облюбовали, да? Это здорово, скажи. Папа наш там убирается, да? Убирается, чистит все. Да. Майка тоже хочет, да, сюда? Тоже смотрит. Тебя тоже сюда посадить, Май? А, Маечка, тебе тоже туда посадить? Барнюшка. Все, Барнюше понравилось, да? Нравится? Сейчас я вот расстегну вот эту штучку. Так вот можно, смотрите, тоже классно, да? Допустим, вот не закрывать, да? Тоже хорошо. Отлично, отлично. Прям довольны. Мы довольны вот этой покупкой. Хорошая. В общем, что я выписала, и лекарства вот эти пришли, таблеточки. И вот это все отлично, все хорошо. Все нам нравится. А что там такое? Папа увидал. Папа увидал. Чего там такое? А, Барнюшка, тебе нравится? Все, папа идет. Розочки. Класс. Вообще не могу мимо их пройти. Такие красивые. Обалденно красивые. Такой, знаете, такие чайные розы. Очень красивые. Вот это вот более понежнее такая розочка. Где она? Вот она. Такая красивая, красивая. А это такая беленькая. Обалденно красивые розочки. Так хочется сорвать, но я не хочу рвать. Потому что я каждый день хожу на них, любуюсь. Пускай растут красавочки маленькие, да, Барнюшка? Красивые, да? Кажется, мне пофигу. У нас сегодня обед. Вот такой обеденный полдень. Мы вышли прогуляться после обеда. И такая вот красота, небо чистое. Сейчас поедем закупаться. Немножечко тоже поснимаю вам. Что ты там увидал? Кузнечика, наверное. Ать-ать-ать-ать. Ать. Так здорово, солнышко. У нас тепло. У нас сегодня плюс 25. Такая погодка тепленькая. Мне написали, платочки надо выгуливать. Конечно. Придет осень, буду выгуливать, зима. У нас тепло очень, ребята. Очень тепло. Я вот сейчас вышла в шортиках и в такой маечке. И хожу гуляю. Красота. Красота. Свежо так. Вот. Жары такой особо и не чувствуется, потому что у нас вот вчера еще так было прохладненько. Сегодня уже вот с утра такая вот погодка. Теплая-теплая. Что там увидали?
что там увидели. А, барончик. Барончик мой. Пойдем он туда в травку. Там такая травка хорошая. Пойдем. Он все белочек высматривает. А я хочу прогуляться. Небо, видите, какое чистое. Голубое-голубое. Голубое небо. Здорово, да, Барнюш? Здорово. Сейчас закупаться с папой поедем. Папа у нас дома уборку делает. Убирается. А мы гулять пошли, скажи. Папа убирается. Да? На лоджии убирает. В БАДах убирает. Я наверху сегодня уже убралась, а папа в другом уже месте убирается. У нас как бы разделено территории. Его и мои. Да, Барни? Отя. Ну, не тяни меня так сильно, Бартюш. Ой, а там красиво. Очень красиво. Солнышко только светит, она там тучки, видите, такие, ну, облачка. Облачка, да? Жарко тебе, да? Очень жарко становится. Сейчас, видите, обед, где-то час. Такое дерево интересное, на нем такие, видите, как такие, ну, как шарики, не шарики, а такие висят интересные. Это я первый раз вижу такое. Акация, что ли, какая-то. Интересно так, да? Видите, какие. А вот здесь тоже виднее, видно хорошо. Вот, видите, что это такое? Интересно. Так, иди сюда, машина. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Бабушка, он старенькая, убирает возле своего дома. Он кузнечика все ловит. Прыгает. Кузнечики там, да? А, они прыгают, а он на них прыгает. Такой смешной. Ну, давай. Ать! И дергает меня. Ну, пойдем, иди сюда. Иди сюда. Бабулечка старенькая, возле своего дома убирает, убирает травку лишнюю. А уже чувствуется осень, видите, листья. Ой, да, зайчик с кузнечиками. Уже чувствуется осень, посмотрите, листья. Ну, вот, 2 дня не убирали уже, вот видите, сколько намело, да? Зайчик мой, как кузнечик прыгает. Тетя. Ну что, поймал кузнечика? А, нет? Ну, большая собачка на прогулку пошла. Ой, сейчас увидит. Сейчас начнется паника. Вот увидал собаку, та прыгает, этот прыгает. Хозяйка ее воспитывает. Да? Хозяйка ее воспитывает, да, говорит, нельзя, нельзя. А этот, вот. Пойдем, 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 пойдем. Тебя тоже надо воспитывать. Пойдем, Ку. Все, немножечко прогулялись, пойдем домой. Вот в тенечке зашли, так хорошо здесь, в тенечке, классно, прохладненько. Да, уже очень много листьев желтых падают. Видите, все уже осень, конечно. Хотя здесь еще, знаете, весь сентябрь и октябрь. До ноября будет такая погода теплая. Иногда даже снега не бывает. Все, собачка ушла, пойдем, пойдем. Зайчонок маленький. Ну, все, пойдем домой. Вот садовник работает, вот на людей нанимает. Человек приходит, работает. Да, так вот. Не каждый хочет сам у себя убираться.
травкой запахло такой, знаете, свежестью. Свежескошенной травкой. Да, Барнюшка, ты чувствуешь травкой, как пахнет? Гортензия красивая, вот эта зеленая. Вот тут уже отцвела. Вот роза красивая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Надо ее заснять. Ай, красавица какая. Вот здесь внизу тоже красиво. Вот это. Листья, конечно, уже больные. Кто-то их почукал, покушал. Персики. Твердые. Тверденькие тоже не буду брать. Ой, телегой стучу. Так, здесь авокадо. А, ну такая же цена, в принципе. Как я немножечко другой только взяла. Я всегда один беру, знаете, такой потверже. Другой помягче. Ну, в принципе, вот этот вот. Вот эти два пойдут. Так. Вот такие авокадо. Сеточки. Упаковочка. 2,39 стоит. Они, кстати, тоже хорошие. Только им надо немножко полежать. А так они вкусные. И вот эти вот уже авокадо, видите? У всех разная цена. Вот. Вот эти вкусненькие, обожаю просто. Когда в отпуске в Доминикане, мы их постоянно кушали. Вкусные, вкусные. Возьму, наверное. Вот эти желтенькие. С йогуртом, знаете, отлично. Вот так. Так, ну, может, потом придет, еще доберет, что ему надо. Он бананы любит, а я бананы как-то так себе. Равнодушная, вот по 69 центов, по 67 центов бананы. Так, ну, в принципе, можно взять. Но видите уже какие. Выходной день у нас тут, знаете, вот по, вообще бананы по 49 центов. Но они уже все, капуты. Пришел. Ну, тут еще ничего. Ну, пускай сам придет, выбирает. Я не буду выбирать. Арбузики. Ну, они невкусные. Так, идем с вами дальше. Сладости. Но я мимо прохожу. Я их не ем. Мимо прохожу. Ну, иногда с кофеечком можно что-нибудь кушать с кофе. Ну, это такие, как печеньки. Вот. Так, дальше. Что нам надо? Вот такое я люблю с молоком иногда. Вот утречко. Обожаю просто вот это вот. С малинкой. Вот это вот хорошая штука. Био. Я люблю. Так. Что еще? Мы берем так на 2 дня. Закупочка на 2 дня. Завтра мы в гости приглашены к его брату двоюродному, поедем. А это на сегодня, на завтра. И на послезавтра, это понедельник. Так, мне надо... Что, кофеечку? Там потом назад я вернусь, так пройду. Так. Мне надо... Кофе в пачечках, а его, наверное, здесь нет. Здесь другое совсем кофе. Да, здесь его нету, которое я пью. Его здесь нет. Вот смотрите цены наши. Так, это уже холодильник пошел. Всякое такое. Креветочки. Вот это я люблю, вот такие вот штучки. Мне нравятся. Ну-ка, вот это вот. С помазульками разные.
Вот это вкусненькое. Можно взять будет. Но опять же, завтра мы не съедим. Если мы в гости приглашены, то мы это кушать не будем. Оно просто пропадет. Вот. Перчики вообще невкусные. Перчики. Вот эти можно взять. Рыбка всякая, вот ангибот рыбки. Вот горячего копчения рыбка. Так. Вот это вкусненькая рыбка. Ну, ее тут немножко, но она вкусненькая. Вот я иногда люблю такую покушать. Со специями. Она разная. Так. Ну, можно одну взять. Шлавзана. Вот можно тоже взять. Две баночки. Это как сливки. Сливки две баночки. Вдруг что-то захочу приготовить. Мало ли, знаете, в понедельник. Вот сыр тертый. Я тоже его всегда беру. Вот этот вот. Нет, не обязательно этот. Можно разный. Он разный. Он разный. Ну, вот этот нужно взять. Видите, он недорогой. Что-нибудь, если печь, то можно добавить. Вообще, я моцареллу тертую всегда беру. Можно этот взять. А ну, когда что-то такое? А вот это специальное для духовки. Вот этот я возьму. Заодно ойра. Ой, 99 центов ойра, говорю. Так. Вот взяла рыбку дорадо. Потом можно. Так. Это рыбка такая красная. Так, креветочки. Можно креветочки взять. Вот эти вот. Вот эти креветочки возьму. Так, дорадо взяла, креветочки взяла. Вот такую рыбку. Не знаю, вот это мне, наверное, не надо. Я лучше вот это свежее. Или пускай, ладно, будет. Кто-то лук взял, бросим. Так. Я люблю уже, знаете, вот такие вот креветочки. Их уже не надо, можно кушать сразу. Ничего делать не надо. Ага, вот такие креветочки тоже. Под стеклом вам не видно. Взяла еще индюшатину вот такую. Что, барни супчик сварить или так? Так, что дальше? У нас выходной день, все подчистую. Я удивляюсь просто. Как придешь, если суббота, значит, прилавки уже полупустые. Интересно, да? Тут свининка. Тут свининка. Так, а вот. Так, здесь грудки, куриные грудки. Вот можно взять для барни. И вот лапки индюшачьи. Я взяла кусок филе, а вот еще индюшачьи. Ой-ой-ой. Вот такое филе индюшачье. Филейка. Она вот это, она даже лучше возьму. Филейку 1 килограмм. А вот это лапка такая на кости. Я не знаю, сколько она стоит. Вот мой муж не очень это любит, а я вот люблю. Тоже килограмм. Сейчас я дальше посмотрю, что еще есть. Так. Здесь маленькие просто упаковочки индюшатинки. Знаете, суп очень вкусный с нее, мне нравится. Здесь уже больше нету. Ну-ка тут. Уже пустые перелавки, представляете, ничего нет. Все разобрали. Так, что там пищит? Такие филешки индюшачьи. Ладно.
взяла вот это вот. У меня, правда, морозилка полная, я не знаю. Вот это, наверное, возьму, а эту оставлю на кости. Если что, косточку ему дам глотать. А вот это оставлю. Такие вот сарделечки. Маленькие. Тоже можно взять, попробовать. Я думаю, они вкусненькие будут. И сыр. Вот такой. Он разный. Так, ну вот. С перцем. Я не вижу, что написано. Это с красным перцем. Ладно, я такой не буду. Я вот сардельки возьму. Вот эти. Все, рыбку дорадо, две штучки взяла. Рыба дорогая, не дешевая. Сардельки. Так, что еще? Ну, вот цены наши, смотрите. Что сколько стоит. Все там в граммах. Это мяско очень вкусное. Я люблю его, обожаю просто. С бутербродиком можно взять. Так, что еще? Мой муж с Барни на улице гуляет. Эти готовые уже. Рис с соусом. Кто готовить не хочет, пожалуйста, покупайте. Это тоже хорошее мяско. Даже вот это лучше. Или нет, не знаю. Ну ладно. Все не возьмешь. Нам тем более много не надо, что я набираю-то. Вот окорок вот такой вот. Ну как, не знаю, такой вот. Конечно, с российским не сравнить. Мне российское больше нравится. Он вкуснее. А этот, мне кажется, суховатый.